Приехали мы на Карабах, так называемый, искупаться вот в этом водоеме. Сейчас занырнем. Вода тут чистейшая, прозрачнейшая. Тут такие эпичные водоросли, рыба даже водится. Водоемчик расположен на окраине Монетного. Вот здесь. Эта местность называется Карабах. Почему Карабах? Потому что здесь стояла автоколонна, перебазированная из Карабаха после устранения последствий землетрясения. Ну, они там себе построили дома, целую улицу. И это место стало называться Карабах. Ну и, соответственно, водоем тоже стал называться Карабах. Дорожка, правда, к нему совсем заросла, потому что вот товарищ из места, из последнего домика, вырыл канаву, и сейчас не проехать ни на мотоцикле, ни на автомобиле, только пешком или на велосипеде. Берем подводную камеру и ныряем. Ты со мной? С собой хочешь его взять? Thank you.
Ну вот мы хорошенько накупались, поплавали рыбу, что-то в этом году маловато, в том году было больше рыбы. А в этом году что-то я искал рыбу, искал, так и не нашел. Нету рыбы в этом году на Карабахе, в том году было больше рыбы.